Всем привет! В эфире выпуск студенческих новостей. В студии Анна Глазунова. Итак, сегодня вы увидите. Сотрудники и студенты Казанского федерального университета присоединились к шествию бессмертного полка. В КФУ прошло заседание антикоррупционной комиссии. Какой погоды ждать в мае жителям Казани? В честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне проректоры, директоры, профессорско-преподавательский состав, сотрудники, студенты и выпускники Казанского федерального университета присоединились к шествию бессмертного полка. О том, как это было, в нашем следующем сюжете. Порядка 4000 человек прошли в колонне бессмертного полка Казанского университета. Многие пришли со своими семьями, говорили, что вместе с ними в едином строю шествуют и те, кто отдал жизнь, молодость во имя свободы и счастливого будущего своей страны. Проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский пришел с двумя портретами своих дедушек. Георгия Таюрского, который защищал Москву, и Василия Морозова, генерал-майора авиации, который в 41 году бомбил Берлин. Знаете, это великий праздник. Вот я себя сегодня поймал на мысли, что... Наверное, мое поколение или немножко около моего поколения, это последние, кто слышал из первых уст все истории, все рассказы о том, как было это все, как все проходило, не по книжкам, не по кино, а действительно из первых уст. Поэтому хотелось бы, чтобы наши дети, внуки тоже это знали. Проректор по социальной и воспитательной работе КФУ Ариф Межведилов глубоко убежден, что День Победы несет особенное значение для современной многонациональной России. Сегодня я считаю, что наша Россия, наша страна, это вообще генератор и центр вот этого праздника. Миссия, значит, нашей России, нашей любимой страны, взять на себя вот это вот бремя, ответственность за все то, что было в то время, и после, и сейчас. Поэтому в нашей стране День Победы, он останется в сердцах на века. Помимо проректоров в колонии бессмертного полка КФУ прошли директора, профессора, преподаватели, сотрудники, студенты и выпускники Казанского университета. Я очень хотела пойти на бессмертный полк именно с табличкой своего дедушки. В этом году я наконец-то ее подготовила. Мне очень жаль, что я его никогда не видела. Я бы очень хотела узнать, послушать его, но он никогда не любил это рассказывать, как сказала мне об этом бабушка. Сохранение памяти о наших предках, которые воевали, которые погибли за нас. Это наш святой долг всех, кто сейчас жив, вот. Это очень большое событие, потому что, наверное, нет ни одной семьи, которая бы не затронула Великая Отечественная война. И эта победа, это то сегодняшний день, с которым мы живем, это то мирное небо над головой. Шествие проходило по центральным улицам города. Карла Маркса, Лобачевского, мимо парка Черное озеро и по Кремлевской. А завершилось на площади Тысячелетия. По предварительным данным, в этом году участниками акции «Бессмертный полк» в Казани стали около 170 тысяч человек. Камиль Гемоздинов, Александр Юдин, Универньюз. В КФУ состоялось заседание антикоррупционной комиссии. О том, что на нем обсуждалось, мы расскажем в следующем сюжете. На шестом заседании антикоррупционной комиссии Казанского федерального университета было рассмотрено представление прокуратуры города Набережные Челны об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. В заседании участвовали проректор по общим вопросам Ришат Гузейров и проректор по административной работе Андрей Хашов. На заседании были рассмотрены вопросы об ошибках в предоставлении достоверных и полных сведений о своих доходах, об имуществе и обязанностях имущественного характера. Комиссии было указано на недопустимость подобных ошибок в дальнейшем. Должны внимательно посмотреть, где что было не заполнено, не до конца прописано. Пожалуйста, еще раз и в протоколе прошу это указать, прописать, рассмотреть, и чтобы у нас после 1 июня вопросов в правильности заполнения декларации не возникало. Антикоррупционная комиссия КФУ подготовит протокол, в котором будут вынесены рекомендации, а также предоставит прокуратуре ответ по устранению нарушений. Артем Тпичкин, Александр Юдин, Универньюз. 13 мая состоялась итоговая научная конференция студентов Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Подробнее в сюжете Алсу Сатаровой. В Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ прошла научная конференция, в которой выступили студенты со своими лучшими работами. Студенческие работы выслушиваются и определяются тоже победители на кафедрах в своих секциях. Вот в этом году мы решили собрать всех этих победителей и из магистратуры, и из бакалавриата, и выявить победителей среди лучших
и как-то материально поощрить дополнительно этих победителей, чтобы смотивировать их работу именно в научной сфере. Целью проведения конференции является поддержка и развитие научного потенциала студентов, а также содействие полному раскрытию их способностей в области научной деятельности. В том числе Институту геологии требуется очень много кадров научных, молодых, которые бы могли также двигать науку у нас в институте, заниматься различными проектами научными у нас в институте. И для этого вот как раз мы организуем данное мероприятие. Алсу Саттарова, Виолетта Басова, Универньюз. Студенты, связавшие свою жизнь с литературой, имеют возможность стать стипендиатами имени поэта Андрея Вознесенского. Именно об этом достижении, которого была удостоена студентка Елабужского института КФУ, пойдет речь в следующем сюжете. Студентка Елабужского института КФУ Алина Ипоева попала в число стипендиатов имени поэта Андрея Вознесенского. Данная стипендия вручается ежегодно 10 студентам высших учебных заведений, посвятившим свою жизнь литературному творчеству. Алина занимается поэзией со школьной скамьи и на сегодняшний день уже имеет один опубликованный сборник стихов под названием «Музыка души». Эмоции были непередаваемые. Помню слезы счастья, слезы радости в глазах моих родителей, теплые пожелания от преподавателей, от моих друзей. Совсем не верится, что буквально недавно я сидела за партой ученицы 3 класса и писала свои первые строчки. Претенденты на стипендию имени Вознесенского присылают свои портфолио со всей России. Стать победителем может тот студент, чьи творческие работы были опубликованы в течение 2 последних лет, и кто обучается по направлениям литературное творчество или журналистика. Моими наставниками, поэтами являются 2 прекрасных человека. Один из них — это поэт моего родного Агрызского края Курбангалиева Сия Фарахова и такой же необычный, замечательный человек, поэт города Елабуга, это Гладков Виктор Петрович. Люди, которые меня поддерживают всегда, мое творчество поддерживают. Также важным условием является высокая академическая успеваемость. Алина Ипоева уже привыкла совмещать творчество и учебу. Помимо хороших оценок в зачетной книжке, на ее счету множество призов различных литературных конкурсов со всей республики. Валерия Муратова, Камиля Юрикова, Айдар Нурмиев, Универньюз. В Казани побит новый температурный рекорд. Жители, не ожидающие такой резкой смены погоды, запасаются водой и достают из шкафа летние вещи. Придет ли на смену аномальной жаре резкое похолодание, узнаете прямо сейчас. Лето в Татарстане наступило незаметно. В праздничные дни среднесуточная температура значительно превысила норму. Погода была не просто теплой, а жаркой. В последние дни в Казани установилась необычайно жаркая погода, которая характерна для июля месяца, потому что в дневные часы температура поднимается за 30 градусов, а ночные температуры тоже очень высокие, порядка 18 градусов. Жители Казани еще совсем недавно ходили в пальто и куртках, а 12 мая температура воздуха превысила рекордные показатели. Вчера у нас был, по данным нашей метеостанции, температура была 33,9 градуса, чего не наблюдалось с 1875 года. То есть практически лет 140 такой температуры не было в этот день. Все дело в том, что к нам пришел теплый тропический воздух с юга. Мы находимся под влиянием гребня высокого давления. То у нас как бы установилась антициклональная погода, дневная температура благодаря высокому радиационному фону быстро нарастает, идет сильнейший прогрев, и это все нам обеспечивает вот эти температурные рекорды. Аномальная жара продлится недолго. Уже к концу этой недели температура воздуха будет понижаться. В последующие дни, в связи с выходом циклона с берегов Каспийского моря, у нас состоится понижение температуры, и она придет в климатическую норму. По прогнозам Гидрометцентра России, уже 17 мая в пятницу днем ожидается 17 градусов тепла, а в субботу и воскресенье 16 градусов днем и до плюс 8 градусов ночью. В среду и четверг стоит ждать небольших и кратковременных осадков. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. На этом у меня все. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся. Пока.